Добрый день, дамы и господа. Вновь с вами Домовой. Хотелось бы показать вам, какой балкон я создал на четвертом этаже 17-этажного дома. Вот вы сейчас видите вид снаружи. Вот этот зелененький балкон. Это наш балкон. Вот эта дверь, выход на балкон из квартиры. Как видите, она закрывается жалюзями. В принципе, за ней уже сад. Давайте посмотрим, что у нас там. Открываем дверь. И нас с вами встречает дверь с москитной сеткой. На всякий случай, для того, чтобы не залетали к нам комары и мухи. На полу у нас постелен искусственный газон. И вот таким образом выглядит наш балкон. Искусственный газон покупался в магазине, по-моему, Leroy Merlin. Есть там рулоны по 2 метра, метр шириной. Вот 3 таких рулона мне хватило, чтобы закрыть полностью балкон вот такой травкой. Балкон разделен у нас на 2 зоны, получается, как бы так виртуально. Вот это зона отдыха. И давайте перейдем к ней. Вот видите, здесь есть мебель. Мебель куплена в магазине Оби. Значит, кресло-качалка из искусственного ротанга. Точно такой же столик. И точно такой же диванчик. Еще есть урна под цвет. И стульчик для моих внучек, которые приезжают к нам в Волгоград на отдых. И мы вот таким образом завтракаем на балконе. За диванчиком стоит еще раскладной столик. Вот таким образом он раскладывается при необходимости и для различных нужд. А когда он не нужен, мы его убираем, и он стоит там, никому не мешает. Значит, вот здесь такая лягушечка приползла к нам. Это термометр. Из квартиры можно посмотреть все-таки температуру на балконе, чтобы понимать, стоит ли нам туда идти или не стоит. Есть также вот такой фонарь, тоже на солнечной батарее он. А это ловушка от комаров, чтобы меньше москитов залетало в дом, и чтобы меньше... Она также работает на солнечной батарее, и... Ну, подождем, пока будет много москитов. Вот такое есть у нас освещение. Значит, фонарь висит. Это основное освещение от сети, включается из квартиры прямо. И есть вот такой фонарь беленький еще вот на солнечной вот батарее. Очень хороший фонарь с датчиком движения. Выходишь на балкон, он освещает тебе весь балкон несколько секунд. Если ты не шевелишься, то он тухнет. Также мы вот приспособили вот такую кормушечку для птичек, чтобы быть еще ближе к природе. Здесь у нас цветочки посадили в этом году. Это вообще мой первый опыт высаживания цветов. Никогда ими не занимался. Вот. А вот, смотрите, прилетел к нам уже и гость. Опять прилетел гость. Я отворачиваю камеру. Вот он, смотрите, вот он. Вот такие вот ребята прилетают к нам, журчат, скворчат и улетают. Правда, мусорят немного. Вот наши цветочки. Балкон выходит во двор, очень тихий, зеленый, уютный. Что еще тут? Ну вот, да, вон хотел вам показать еще вид на элеватор знаменитый сталинградский, за который во время войны сталинградской битвы шли ожесточеннейшие бои. Здесь в зоне отдыха можно спокойно отдохнуть. Сейчас переходим мы ко второй зоне, так называемая рабочая зона. Значит, вот у меня есть на балконе вот такая ниша. В эту нишу я купил, выписал из Икеи вот такой зеленый металлический шкаф. Очень удобный шкаф, очень хорошая сборка, качество. Ну, конечно, так как он на болтах, он немножко хлипенький получается, поэтому, ну и заводом-изготовителем предусмотрено крепление его к стене.
Сверху стоит электрошашлычница, ждет своего когда употребления. Два кресла запасных на всякий случай. Ну и супруга нашла место для своей сушилки, чтобы сушить белье. Также есть кулер с холодной горячей водой. За ним стоит пылесос для уборки искусственного газона. Ну и там в угол мы... розетка, вот да, я показал, что есть у нас здесь. И там у нас разные хозяйственные дела. Вот здесь у нас чашечка с водой, потому что собака очень любит отдыхать на этом балконе. Фонарик еще один на солнечной батарее подсвечивает путь-дорогу. Ну и вот наша красотка сидит, как всегда, и рассматривает, что ж там на улице происходит. Вот так мы иногда здесь отдыхаем. Теперь перейдем к нашим цветочкам. Значит, были на заказ сделаны вот такие металлические подставки под цветы. Тут вопрос был безопасности. Я очень боялся, чтобы горшки, не дай бог, при каком-то случайном нажатии не упали бы вниз. А внизу, как всегда, стоят машины. И поэтому вот мы сделали горшки и прикрепили их вот такие три больших болта. Вот мой внук занимался также работой по подготовке балкона. И вот это эти досточки, вот они лежат под цветами, как полочки зеленого цвета. Цветы у нас, вот и как видите, расцвели. Ну и очень красиво цветут они. Какие это цветы, пишите в комментариях. Вот. Таких два аналогичных горшка. Значит, перейдем к системе полива. Вот такой у меня стоит бак на 20 литров, и к нему вот такая система полива. Как видите, здесь можно установить длительность, можно установить интервал полива различный. Ну, можете посмотреть в интернете про эту систему полива. Вот пошел шланг, подходит к горшку, и от него на каждый цветок отходит отдельный краник, по которому происходит капельный полив по той длительности, по тому времени, который вы установите на том компрессоре. Компрессор работает от батареи, поэтому к нему сеть не нужна. Очень хорошо. А вот пошел шланг дальше и уходит к тому горшку, а там точно так же, к каждому цветку отдельный свой краник для полива. Вот такая система полива, то есть 20 литров воды можно смело на 2, а то и на 3 недели уезжать и не бояться, что что-то станет с нашими цветами. Они выдержат, они нас дождутся. Да, правильно говоришь, хозяин. Давай, переходи дальше. Еще я вам хотел показать вот эти белые тенты, не тенты, занавески, как они. Это специально в магазине IKEA. Можете посмотреть на сайте, продаются, чтобы именно для балконов, чтобы можно было закрыть обзор для балконов. Они не только закрывают обзор, как видите, у нас там соседи, вот там балкон, дом рядом. Они также, ну, закрывают от ветра и от лишней пыли. Вот эту часть я сделал постоянно, она в таком виде стоит. А здесь мы натянули тросик, и по этому тросику ее можно как занавеску отодвигать при необходимости и наслаждаться зеленью, природой, посмотреть, как там машина на стоянке, ну и собаке посмотреть на улицу, порадоваться жизни. Да. Вот еще одно приспособление, как вы видели вон ту на стенке сушилку, она мне, честно говоря, очень сильно нервы портит, когда супруга начинает вешать и ставить ее на балконе и закрывает пол балкона прохода. Я вот в магазине Озон купил вот такую вот, выписал сушилку, она мне очень понравилась. В принципе, хорошая сушилка, но сильно тяжелые вещи я, наверное, на нее не вешал. Вот здесь есть две таких пипочки, блин, крепления. Вот за них надо с двух сторон взяться и вытянуть. Ну, я сейчас одной рукой снимал,
А второй вытягивал, поэтому я по очереди. А так вообще с двух сторон берешь и вытягиваешь. Длиной она 1 метр, так что не очень длинная. И вот такая получается сушилка. Какое-то небольшое количество не очень тяжелых вещей можно поесть. Может быть, можно и очень тяжелые, я не знаю, не проверял. Ну и проверять не собираюсь, честно сказать. Поэтому вот такая сушилка. Посушилась одежда. Убрал ее, снял. И таким же образом двумя руками ее сложил. Вот так вот. Крышки закрыл. И посмотрите, какая стильный, какой гаджет стоит. Непонятно что, но стоит. И снизу еще есть трубка, на которую можно что-то вешать. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Удачи всем!